Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант Вторжение. Так, ну что, у нас остановка производства. Это 18-я миссия. Воспользовавшись данными Ануса о расположении залежей вибронита, мы приземлились на Канаги-2. На этой планете багровые сервятники добывают вибронит и производят на его основе разрушительные бомбы. Для добычи сырья, для взрывчатки, они построили на планете несколько вибронитовых заводов. Энергия минерала по-прежнему способна оглушить наши войска, поэтому мы не сможем остановить добычу. А вот народ Анусы вибронита не боится, поэтому они и вызвались вывести заводы из строя. Мы прикроем ее войска, чтобы они уничтожили заводы, пока стервятники не разжились опасной взрывчаткой. Сопровождайте Ануса, пока она захватывает процессы. Ануса должна выжить. Ага, вот значит что. Да, такие миссии тоже, ребята, сложные. То есть нам придется ее защищать. Вот она, да? Гаргулья. Что у нас тут вообще есть? Так, я не знаю, наверное, сюда поставим. Так, а сюда сделаем вот так. Сразу же, наверное, закажем себе. Ага. То есть волшебницы, они могут превращать Этери в мощный пучок энергии. Так, ну что, я, наверное, пойду пока проверю нашим унисаем этим. Раскроем, так сказать. Что там опять? Это что такое? Вот это вот. Так, подожди, мне такой... Они берут под контроль мой... Так, отойди-ка. Значит, вот так вот, да? Решили. Ну что же, гаденыши, ладно. Так, возьмем, наверное... Невероятно мощный лазерный луч, который испепеляет врага. Офигеть, это что, моего персонажа уже здесь забомбили? Успели. Ну давай, руби, что ты смотришь-то? Так, здесь у нас пока пусто, ничего нету. Стервятники, а ты посмотри на них. Давай, руби. Эх, не успел. Так, ну что, я вижу, здесь у них, ребята, база. У них там база, а нам, наверное, надо... Сделай вот так вот. Да ты стой на месте, дрёха, и не лезь никуда. Я пока вначале здесь сделаю разведку. Мне нужно просто знать, куда идти. А вот она, эта база. То есть в любом случае нам нужно идти снизу. Нифига. Слушай, ну тут будет проблематично. Уж больно что-то как-то мощно они здесь бомбят. Скажу тебе сразу по чесноку. Биобласт. Так, ладно, если я, например, выйду сюда и попробую поставить... Сейчас попробуем кое-что сделать. Попробуем вызвать призраков. Прямо вот здесь вот, в середочке. Вот тут вот. Блин, они очень слабо бьют по базам. Фига, там еще снайперская вышка, ты прикинь? Руби. Есть. Офигеть, как просто моментально, друзья, выносят. This will be a blast.
Прилетели охламоны. Я все-таки там добью. Я должен это сделать. Я должен это сделать. Да что ты будешь делать, блин? Ну а вот эту чё башню не бомбите. Руби, руби, руби. Красавчик. Есть, малорик. Давай вот эту еще последнюю. Ха. Так, ну что, нам нужно, я так понимаю, теперь захватить это здание. А для этого нам нужно... Как ты медленно идешь. Как ты медленно идешь, а? Ну ладно. Значит, вот это нам надо нам захватить. Да, если она отстанет и сзади нападут на нее, конечно, ее там уничтожат. Вот это мне нравится. Прикольно сделано. А, мины потом со временем уничтожаются. Самоуничтожаются, я понял. Вот тут вот самое главное, чтобы, друзья, у нас получилось нормально все. Я думаю, если мы захватим, не пойдет никакое на нас тут вторжение, нападение. А то это будет беда. Ну, давай, 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 захватывай. И сейчас будет, наверное, как всегда, вторжение, а? Пока вроде тихо. Хочу хилбота. О, я же говорил, что что-то будет. О! Так, ну ладно, это еще нормально все было. Процесс уничтожен, остался последний, быстрее. Ёпрсты, тут... Зашибись, тут еще и на время. Да ты-то дуреха, иди... Блин, уничтожили его. Что мне тут сделать-то лучше? Так, ребят, 9 минут. Все нормально у нас будет, надеюсь. Так, тут у нас еще. Так, кстати, а вот если мы возьмем, например... Да ты-то дура, стой на месте-то. Твою налево идет постоянно. Давай попробуем уничтожить. Захватываем. Так, еще одну боевую единицу мы можем делать. Так, что у нас там-то происходит?
Так, эту дурёшку-то надо убить из стервятников. Погнали. Где их база? Она должна быть где-то здесь. Это не оно? А ты-то что стоишь-то? Руби давай. Нет, конечно, вот это вот его тупость и глупость, что он просто... Подожди, здесь ничего тоже нету. А где тогда? Там, что ли? Видишь, в чем еще проблема? Что Ануса, она очень медленно ходит. Если мы даже сейчас найдем с собой базу, у нас будет вторая проблема. Вот она, скорее всего, да? Точно, ребят, вот она. Ох, ё-моё. Там мощно, конечно, нас. Получается, нам надо всей ордой туда идти. Всей армадой. Так, где там Ануса-то? Пипец, она отстала. Так ты давай, беги сюда, уничтожай эту базу. Прикройте ее, если что. Так, вроде бы все нормально, все чисто. Но это может быть обманчиво, потому что сейчас только стоит ей подойти. И тут сразу на нас побегут. Все. Так, это последнее, да, она сказала? Ну, благо у нас тут все нормально. Давай, 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 давай. Так как ты долго? Все. Мы захватили. Мы победили. Отлично, мы уничтожили все процессоры стервятников. И если мы сумеем научиться использовать этот материал, он даст нам преимущество в войне. Малухия помогут вам в этом. Как раз вовремя начался важнейший этап войны, а у нас нет энергии. Надеюсь, стервятники не успели закончить бомбу. Ну что, мы получили новый источник энергии, насколько я могу понимать. Плюс мы получили еще очко улучшений, что приятно меня радует. Ага, недовольный, да? Бамс! Подбили корабль. А тут я смотрю, прямо аж целые залежи этого ресурса. Вот так вот, да, значит, происходит здесь. Все туда слетелись. О, у Муниса еще и уровень получил. Технических очков 2 у нас, прикинь. Замечательно. Прокачаем. Так. 2 технических очка. На что же их потратить? Это у нас что? Еще больше увеличивает поле зрения бойцов и техники. Возьмем. Надо это мне. Орбитальный страж, фигня какая-то. Так, перезарядка.
увеличивается запас здоровья здания на 10%. Это, я думаю, потерпит. Увеличивает количество здоровья, которое техника восполняет сама. Щиты я не использую, как бы. Так, с 5 до 6 секунд увеличит урон на 25%. Давай, возьмем. Опа, боевой модуль получил. Крутяк. Так, подожди, а что у нас и тут? А, это дополнительная, видимо, да? Да, это дополнительная миссия. Ну что, давай посмотрим. Нам удалось вытянуть из пленного бандалорца всю информацию. Теперь мы знаем об их укрепленной базе на планете Саган. По данным нашей разведки, стервятники готовят большое нападение на Федерацию. И часть плана хранится в этой крепости. Командир, обнаружено присутствие темных империев и рад. Нужно быть осторожнее. Мы не можем сражаться сразу с тремя врагами. Атакуйте укрепленную базу стервятников. То есть, получается, тут аж все три расы будут. А нам нужно воевать именно против стервятников. Блин, я надеюсь, они хоть между собой-то будут там воевать. Фига мне тут укрепление. Так, найдите базу стервятников и захватите планы. И захватите планы. Ну что, как всегда, на разведку. Командир, мы засекли движение, их слишком много. То есть, что за намеки? Тут какая-то... какая-то резня идет. Ого-го-го, бегут. Так, десантура, готовимся. Ага, они между собой тоже воюют, оказывается. Ну, с одной стороны, наверное, это хорошо, наверное. То есть нам потом предстоит драться с лучшими. Попробовать, что ли, наказать их по-быренькому, а? Ну, руби, руби, руби по базе. Давай, 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 бери. А они успевают отстроиться, да? Да, к сожалению, успевает. Ту-ту-ту-ту. Что будем делать? Но тут надо идти с армией, я так понимаю. Только один вариант. Брать армию и идти воевать. Так, а если мы сюда сходим, проверим? Мне вот просто интересно, что у нас тут. Тут ничего, ни энергии, ни дополнительного юнита нету. Опа, база. А вот и дополнительный ресурс. Тем лучше для нас. Давай вот это бомбим. Так, мы можем прокачать. Что там случилось? А, это ты тут кричишь? Все, он уничтожил. Они все идут дальше и дальше захватывают, да? Стоит ли, я вот думаю, мне захватывать вот эту вот базу? Как бы, по идее, стоит. Почему у меня, ребята, опять три юнита? Вместо четырех. Блин, их тут дофиг... А, вон юнит. А как тут можно втихушку-то пробежать? Я даже не знаю. Вот тут вот захватить. Они же потом на меня попрут. Вот 100% тебе говорю, потом они побегут на нас.
Как-то захватить-то надо ее. Может быть, вот так получится, втихушечку. Попробуем. Дополнительный юнит, это все-таки хорошо. Есть. Зайдем сюда наверх. О, ресурсы. Это... А эту базу они еще не атаковали, да, я так понимаю? Так, дай-ка я, наверное, этот радар починю. И он тот тоже. О, подожди, подожди, ты же... Да почини ты. Так, ну их тут дофигища, конечно. Наверное, не успею. А если даже и успею, они все равно его уничтожают. И проблема в том, что здесь они, ребят, на постоянку высаживают свою десантуру. И базы здесь никакой построить нельзя. Значит, будем захватывать вот это. Что я еще могу предложить, да? Так, возьмем для этого, наверное, летающего меха. Горгулья. Да, возьмем горгульку еще. В принципе, она неплохо бомбит. Интересно, они пойдут на них? Они... Непонятно. Они все здесь ошиваются. В общем, есть у меня, ребята, одно предложение. Пойти и захватить их базу. Наступление начать надо, наверное, вот отсюда, сверху. Нет, не сверху. С этого вот ущелья лучше. Да, начнем с этого ущелья. И видишь, в чем проблема? Нам придется от всех троих тут защищаться. Слушай, ну это такое себе удовольствие. Может быть, все-таки нам пойти вниз? Нет, погнали, короче. Я попробую, ребят. Просто посмотрим, что у нас из этого вообще может получиться. Мунисай, ну... Так, поставили. Посмотрим, что у нас здесь получится. Так, наверху я знаю, что эти гаденыши там стоят. Вот здесь, наверное, надо будет ставить, ребят, все-таки. Вот так вот. И желательно бы дрона позвать бы. Блин, ну они меня так одолеют. Ох ты, там уже... Слушай, эти гаденыши далеко убомбят со своих баз. Со своих вот этих снайперских башен. Мунисай, уйди, пожалуйста, оттуда. Так, паучки работают. Вызываем хилбота.
Пойду пока вниз. Все-таки попробую, ребят, сходить сюда. Как-то надо тут умудриться диверсию им сделать. А почему я не могу... А, он, видимо, стоит рядом. Все, я понял. Там это макак опять стоит. Ну, в принципе, наверное, можно, ребята, все-таки здесь. Можно выиграть. Сейчас попробуем. Скапливаю там свою армию. Угу. 80, наверное, поставим. Или как? Да, наверное, все-таки поставим еще одно минное поле. Ну и как, не минное, а мины, которые будут намного лучше и эффективнее бомбить. А я пока пойду именно вот таким отрядом. Окей. Сейчас сделаем диверсию. Давай, Манусай. Захватываем. Сейчас, если захватим, ребята. Кто-нибудь встанет сюда на захват тут-то? Есть. Так, ну что, там летающие, говоришь, да? Что они там опять атакуют? Решили базу мою бомбануть, да? Так, этих ребят поставим здесь, пускай они валят. Сюда чуть-чуть поближе. Так, что я тут хотел? Я хотел дрона хилищего поставить. Так, вот эту обезьяну же можно, по-моему, захватить. Что она нам дает вообще? Непонятно, просто спасаешь ее и все. Так, ну что, получается, здесь отсюда можно сваливать. Вот этот радар только починим. Это что там, снайпер так далеко? Ого! Ты гляди-ка, снайпер откуда шмаляет, прям издалека. Так, давай мы отсюда тогда всех уберем. Я думаю, что на этой базе мы не нужны. Все тут у нас будет окей. Как говорится, есть кому чего прикрыть. Нам надо выдвигаться туда. Нам надо будет выдвигаться туда. Так, тебе тоже заберем. Все, да, у нас тут остается только хилбот. Тут конец карты. Ох. Кое-что увидел я. Манусай, давай-ка пойдем попробуем забрать одну единицу. Так, подожди, там, наверное, все-таки нужен... Там нужен, наверное, летун. Сюда не пройти. Меня решили просто одолеть, да, здесь?
Давай захватим. Будет у нас 5 юнитов. Ох, шикарно. Замечательно. Кого бы взять-то нам? Давай возьмем вот эту вот. Сотка, да, стоит? Ну что? Дай-ка я попробую вот эту вот штуку бомбануть. Есть. У нас получилось. Так, а вот это вот? А вот здесь вот плохо. Да кто там бомбит-то? Так, еще и отсюда. А, вижу. Тогда мы сделаем вот так вот. И вали их в базу. И захватываем заодно. Да сколько вас тут, а? Блин, я там не увидел, что и там еще какой-то портал или не портал, не пойму, что это. Давай, 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 лазерная турелька. Хилбота сразу поставим. А что этот портал-то не уничтожается или что уничтожается? Ну вот и прекрасно. Подожди, они что-то периодически здесь появляются. Сейчас посмотрим, что у нас тут подальше стоит. А тут у них уже, ребят, турелечка. Валим ее нафиг. Разрушитель. Еще какой. Так ты руби! Эть, не успел. Это получается... Ага, это получается прямо наверх, если залазишь. Нафига ты сюда выкинул, Рэй? Нафига там мин-то понавыставлял? Ну что, получается здесь... Все тихо. Пока вообще никаких нападений нету. Все вообще, ребят, шикандос. Остается, видимо, у них вот здесь вот последняя база. Ну что, тогда делаем. Опа. Опа, подарок судьбы тут какой, смотри. Вообще шикарно. Так, мы еще одного юнита можем клепать. Подожди ты. Ай, красота. Так, иди сюда.
Я смотрю, они сюда хотят, да, бежать? Ладно, я думаю, турелечка здесь справится. Плюс у нас отхил. Тут должно быть по красоте. Ну что, пойдемте. Момент истины, так сказать. Так, Мусей, ты где? Не вижу, блин, вон он. Будь добр, вали. Убили уже? Интересно, я не успею? Блин, там... Вон они кто, да, те вдалеке, которые бомбят. Так, давай захватывать базу быстренько. Там еще какая-то башня. Dead. All hands to station. Orders ready. March. Что сделать? Давай так сделаем. Чего? Ну я так и думал. Что эти балбесы все-таки будут здесь ошиваться? Ну, долго им тут не это. Хе. Ничего у них тут не получится. Так, боты, давай-ка вот это вот. Да не вы. Поехали. Устроим, блин, этим стервятником райскую ночку. Так, войска. Блин, быстро уничтожили. Так, этих надо увести, потому что они под обстрелом. А, они все, ребят. Так если вы стоите, стреляете, вы хотя бы сразу захватываете тогда уж чё. Ну-ка давай, выходи. Будешь сейчас базу эту бомбашить им. Есть, монополия достижения. Нормально. На три фронта, ребята, сыграли мы. Адмирал, угрозы больше нет. Мы проследили за флотом темных империев до этой точки. Они следовали за Рад. Что они тут делали? Стервятники снова сговорились с Рад, чтобы создать для них новое оружие. Здесь нет никаких следов этого оружия, но мы нашли координаты места, где они его собирают. Принято. Вперед и в темпе. Ну а как иначе-то? У нас только вперед и в темпе. Вот эта миссия такая, мне понравилась. Прикольно. Чего добили там всех? Так сказать, сделали зачистку. Опа. Так, сюда. Хм. Что-то они здесь успели сделать. Так, Мунисай получил уровень. Технические очки еще у нас есть. Ух, как круто. Слушай, Мунисай у нас будет самый прокачанный. Блин, как же я хотел бы посмотреть вот этих ребят. Прям не знаю. Видишь, они донатные все, ребят.
Тут еще планируется даже два персонажа каких-то. Так, технические очки. А вот это что у нас? Дает возможность зенитной батареи стрелять разрывными снарядами. Баллон со взрывчаткой, давай возьмем. Получить 200 кредитов. Шикарно. Так, пройдите 3 спецоперации. А у нас, ребята, миссия. И следующая миссия уже будет с боссом, кстати. Ну что, друзья, давайте мы, наверное, на этом с вами сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.